из разных городов России. Советую всем следовать моему примеру. Я как некий Фродо или Бэггинс снял свои ботинки и носки. Мне кажется, так поступают люди, когда приходят домой. Поэтому чувствуйте себя как дома, ведите себя как дома и любите тот дом, куда вы пришли. Начинаем наш концерт с замечательной, интересной, начинающей командой под названием «Тьюб». Давайте поприветствуем практически дебютантов хорошими аплодисментами, друзья! Мы же с тобой пробовали, ну, репетировали, Ваня. Кость, отпусти Ваню, он нужен Паше. Игорек, позови их, пожалуйста, а? Ну что, ребятки стесняются. Игорь! Игорь! Давайте попробуем поскандировать. Надеюсь, это удовлетворит их небольшое тщеславие. Какой конкретный парень появился сбоку? Пост-рокеры стали извещать школьников. Клёвый вообще.
Thank you.
Понял. Можешь мне сумки и сауну, короче, маленькую карманку поставить?
Дальше будет тяжело и жарко.